В юридическом институте МВД России имени Лукьянова прошло заседание Совета ректоров вузов Орловской области. На нем шла речь о реализации в регионе федеральных национальных проектов. Я думаю, что каждый из университетов и участвует, и будет участвовать в каждом национальном проекте. Но нам нужно сесть, создать какую-то рабочую группу и очень четко прописать интеграцию вузов и национальных проектов между собой. И вот эти показатели для себя поставить, которые, по сути дела, будут, ну, они уже прописаны, они есть утверждены для субъектов, и продумать технологии, как мы их будем выполнять. Механизмы, а механизмы это должны быть и административные, в том числе механизмы, для того, чтобы и оставить молодежь, и дать возможность создавать предприятия. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» к концу 2024 года в Орловской области планируется создать центр опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Наш накопленный потенциал, возможности в сфере приборостроения, радиоэлектроники, которые обсуждали детально в рамках реализации пилотного проекта, кампуса, именно все это позволяет говорить о возможности, которые необходимо не упустить. Также на заседании были подведены итоги учебного года в вузах региона. Утвержден список кандидатур на стипендию президента России на следующий учебный год. Мы неоднократно говорили о том, что образовательная составляющая региона является одной из ключевых, и может стать соразмерной многим другим экономическим составляющим региона в части развития и перспектив. И сегодня действительно по итогам всех экзаменов и школьных, и вузовских, которые проходят, можно сказать, что наша вузовская система готовит хороших специалистов, которые нам необходимо оставлять в регионе, создавая дополнительные возможности. Ну и особое слово благодарности за работу по воспитанию нашей молодежи.